Всем привет, друзья! С вами Антон, и это пиратская версия игрушки The Evil Within 2, и сейчас я продолжаю прохождение сюжетной миссии, где иду по следам своей дочери Лили, которая пропала. Какого? И начинается самое, мать его, веселье. Ну что, пошли? Это была Лили? Себастьян, ты не хочешь отсюда с Себасы? Лили, ты здесь? Ох, какой жесткий мужлан. Куда она пошла? Вот следы детских ножек, пожалуйста. Вот туда она и пошла, в эту самую дверцу. Лили, все хорошо. Начала глючить. Это я. Ты смотри, закрылась Лили. Так, спокойно. Как попасть внутрь? Наверное, это двинуть стол. Да. Вуаля. Полезли. Я надеюсь, тут никакая жесткая хрень не будет меня ждать. Нет, здесь только куколка. Это ее кукла. Лили была здесь. Это этот придурок с фотоаппаратом, наверное. Лили, господи, она в беде. За нею гонится. Нужно посмотреть снаружи, куда выходит это окно. Так. Окей. Давай будем посмотреть снаружи. Так, а тут ничего нема. Такого, чтобы посмотреть или... А, не, есть взять. Взял я порох. Хорошо. Давай, как мужлан, открывай дверь. Так, хорошо. Мне надо теперь обойти и посмотреть, куда ведет это окно. Это не оно. Ладно, Лили, куда же ты убежала? Начинается. Какого? Еще сигнал. Хорошо. Я иду, милая. Держись. Так, хорошо. Тут ничего, да? Ладно, попёрли туда. Так, сейчас я, наверное, отмечу маркером, чтобы было удобнее передвигаться. Ай, ёб твою, ещё что-то лезет за мной. Смотри. Ого. Ого. Ёб твою, блядь. Ёб твою. Нихера, блядь. Это что за залупень такая? Да сдохни, сука. Так. Давай сейчас скрафтим.
пистолетных патронов и патронов для дробовика. Так, а еще я хочу электроболт. Шприц и все. Так, фух. Вот это было жестко. Давай перезарядись. Это было жестковато даже очень. Ну ничего, все они получили пиздюлей. Так, это у нас подружание. Так, и кто меня увидел? Или там, братва? Так, давай я выберу бутылку. Прям в ебальник. Минус. Так, шума я наделал. Так, зеленки нету, да, у тебя? Ух, нихера себе, что тут, бляха, творилось. Чё ж тут у них такого, твою мать, творилось? Ага, это очередное убежище, в которое надо войти. Болты. Вот это я не знаю, что тут. Как же ж мне в него забраться? Получается, что никак? Или может сзади? Ну попробую сзади еще обойти. Не, сзади глухо. Хорошо. Так, но все равно тут какая-то херь есть рядом. Или может тут еще глянуть. Что-то нужно для этого щитка, я так понимаю. Тут ничего. Тут тоже ничего. Так, ну ладно. Во всяком случае, я пришел туда, куда меня звало. Ну, еще разочек. Моя дочь. Так, ну пошли по ее следам. Это чё? Детские ножки ведут прямо. Да не, я думал, прямо в дом ведут. Кровь. Не меньше пары дней прошло. Надеюсь, это не кровь Лили. Ну, будем надеяться, что это не кровь Лили. А вот цветочек я возьму. Господи, твоя воля. Смотри, куда оно тянет нас теперь. Ну, пошли по той точке резонанса. Надо посмотреть, что тут еще в гараже. Тут есть лут и верстак, и это очень-очень хорошо. Так. Хорошо. Так. Гвозди. Отлично. Окей, так, на верстаке я пока ничего не буду делать. Все, я свое уже апгрейдил и прокрафтил то, что я хотел сделать. Так, 80 метров до Лили. Пошли, Себастьян. Так, это что? Просто бутылка. Хорошо.
так. Что я тут найду? Слава богу. Еще следы. А, не, не в дом ведут, я думал, в дом ведут. Ну что ж, пошли тогда по парковке. Пошаримся, посмотрим. Похоже, она тут пряталась. Так, это она под машиной лазила, по идее, или как? А, не, просто пряталась, вот видно. Куда ты дальше побежала, моя доченька? Угу. Наверное, побежала на склад. Умница. Во, все, теперь я понял. Помните, в прошлой части я подавал электричество на склад? Вот за этим я и подавал электричество как раз. Чтобы открыть дверь. И попасть туда. Ну, теперь все понятно. Пошли. Лили? Лили? Черт. Лили. Звук шел сверху. Наверное, она тут пролезла. Надо попасть внутрь. Давай, давай. О. А тогда я просто даже разбить не мог. Она смелая и сообразительная. С ней все будет в порядке. Так, я, наверное, свет потушу. Типа, мало ли. Угу. Ай, ёб твою мать. Ну и где это чучело было? Твою мать, блядь. Так, я надеюсь, он тут был один. Forever alone, да? Ладно. Пошли теперь наверх. Искать Лили. Да, Кастелланос, не везет тебе. Ни в первой части, ни во второй. Давай, отдышись. Гвозди понадобятся. Лутецкий всегда понадобится. Без Лутецкого в наше время никуда. Так. Хорошо. Дальше чё? То есть мне надо было не сюда, да? Ладно. Нужно туда пробраться. Может, с другой стороны есть проход? Как же ж я туда проберусь-то? Как мне туда пробраться?
другой стороны проход. Это с какой с другой стороны проход? Это разве что пробовать как-то по ящикам карабкаться, хер его знает. Тут он не залазит на эти ящики. Так, надо найти. Найти надо полюбасу. Место, откуда можно попробовать залезть. Не хочет Кастелланос туда лезть. Лестница. Ясно, понятно. Значит, не зря тут этот хер ошивался. Так. Верстачок. Это что за... Отчет Мёбиуса. Хорошо, это мы почитаем немножко позже. Болты. Посмотрим. Один. Гарпунный болт. Три. Хорошо. Так. Улучшение оружия. Что у нас тут есть? Ага. Все уже, в принципе, улучшено. Так, и тут болт, да, максимум. Хорошо, пошли дальше. Еще одна кукла. Кукла. Где же Лили? И патроны. Все по максимуму. Ладно, давай осмотрим еще одну куклу. Пошли видения. Да, это этот хер с фотоаппаратом. Он и тут ее настиг. Да, счастье будет, а. Ку-ку. Это он. Да-да-да. Убийца с камерой. Этот сукин сын схватил мою дочь. Я опять опоздал. Черт! Успокойся. Думай. Мне нужно ее спасти. Коммуникатор больше не ловит сигналов. Нужно искать по-другому. О, Нил. Не знаю, можно ли ему доверять, но он хочет отсюда выбраться, а я найти Лили. О, Нил, это Себастьян. Ты меня слышишь? Себастьян, ты? Связь плохая. Черт, да что ж такое? Может, снаружи будет слышно? Так, а тут я... Не, надо вниз опять спускаться туда, куда я... И залазил. И выбираться как-то наружу. Наверное, попробую вылезти через тот закрывшийся ролет. О, господи, что это за херь? Ага, вон он. Какого чёрта? А
Реально, какого хрена? Ага, еще одно убийство. Я понял. Улыбнись для меня. Smile for me. Вот ты где. Но где Лили? Нельзя дать ему уйти. Вот сучок. Эй, ты! Девочка! Где она? Давай жопой чую, сейчас что-то будет. Бля. Господи, это что за... А, это опять эти херни. Ёпта, их аж двое. Идите, сука, в жопу, а? Где ты? А, вот эти. Фух. Фух. Черт, снова ушел. Надеюсь, я смогу связаться с Унилом. Свяжемся, свяжемся. О'Нил, это Себастьян. Ты еще жив? В смысле, ты жив. Хорошо. Ты нашел ядро? Нет, но я видел, у кого оно. У этого гада просто невероятная сила. Но я упустил его. Ну, с этим я могу тебе помочь. Я засек одну новую частоту. Ее источник в мэрии. Отлично. Где это? Посмотри наверх. Видишь здание с часовой башней? Класс, блять. Это оно. И как, черт возьми, я туда доберусь? Так не расскажешь. Возвращайся, я объясню. Хорошо. Уже иду. О, господи. Опять разломы начинаются. Так, надо поскорее это все. Опять? Новые монстры появились опять. Ох ты ж, ёшкин кот. Круто. Ничего не скажешь. Итак, ну что ж, ребята. С вами был Антон, это была игрушка The Evil Within 2, пиратская взломанная версия. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, а скоро еще будут новые и новые видео. Пока-пока!